Боза. Голова с утра болит, должен кореш позвонить. Может, водочки возьмет, голова моя пройдет. А сейчас чердак трещит, с похмелюги ходит щи. Ощущение полета отобрали навсегда. И не дождавшись новой дозы, затупилась, умерла. Новый день ногой по горлу и свободу расстрелять. Алкогольным передозом будем Новый год встречать. Потанцевал, молодец. Адольф, натри ему череп, чтобы блестел. Молодец. Вы сейчас не устраняете. Ой, блядь. Че, я в зале? Да, я тоже. Рэмбо, блядь. Рэмбо рано. Пускай, блядь, задурит алкоголь. Он, походу, потерялся вообще. Для ногу берет, ногу. Салам, блядь, конь сарам. Он подумал, что пора выступать, ушел туда. Говорит, идите ко мне. Епты. Он говорит, идите ко мне. Солдат, ёпт. Так, они на Лас-Вегасе, да, там у них, блядь, они там вообще, пиздец, ходили там, как ходили, блядь. Собак, пятное
войне, почему? На зубку сегодня съехал. Не может. Просился, ёпта, а нихуя. Он и к нам до конца не приехал. Он что-то, блядь, их жестят. Не, ну он появился бою. Кто? Марин, не было. Ну вообще-то сегодня у нас день защитника Отечества. Как бы дембеля есть в зале? Дембеля, кто служил? Пацаны, у нас тут тоже, блин, все служили. Даже Виталий Николаевич, известный сапер, минер. Так что все, кто был в Армаде, знают тему дембельскую. Ну, сейчас мы вас как бы дембеля и поздравим. Покидаю чужие края, дембеля, дембеля, дембеля. Никуда не стремлю, не мальчик, всю пьяные тоня на дне. На вокзале течет каждый знак, тихо шепчет на станции солдат. Нет, от них нет солдат, пусть на ваших плечах руки наших лежат самошаг. Дембеля! Да, я тоже. Рэмбо, блядь! Че, я в зале ссалась? Да, я тоже. Рэмбо, блядь! Че, я в зале ссалась? А че, скажите, пацаны, давайте вопросы, я на все отвечу. Мне 47! Всем лет, бухаешь, пока не любят. Да мог бы. Алло! 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 Алло!
потерял, пацаны. Ну что ты, штормовик, что ты? Штормовик, штормовик, надевай мне. Нахуя, давай его, давай. Снова и новый
Виталий Николаевич провел концерт. Отменно. Виталий Николаевич, как концерт-то прошел? Ну, наверное, нормально, я так считаю. Нормально, да. Удачно, да? Ой, Сергей! Привет! Привет, ты как? Ну скажи, что на концерт помнишь? Ну как что? Ну, спел я там да, с Жекой. Нормально, как бы произошло все. Ничего страшного. Блин, а я уже не знаю. Нет. А где концерт был? В каком городе? Ну, в Москве. А почему на самолете летишь? А это же самолет же. Да ну нахуй. Ну ты посмотри, в иллюминатор. Чего? Как? Я прям бы правда подумал, что это самолет. Прикинь, не поверил. Нет, я не поверил. Не поверил? Нет. Зато посмотрел в иллюминатор. Причем очертил круг такой, чтобы уж наверняка иллюминатор. Блин, ну а вдруг, правда, я сидит на самолете, тут лечу куда-нибудь. Ну, доволен, да, концерт? Ну, вообще-то, да. Я сплясал все дела там по делу. Ну, ты сам доволен? Ну, вообще-то, да. Жалко, ну, а уступ это 12-го, по-моему, числа, да.